Здорово. Чего не руку сними? В общем, дорогие друзья, сейчас мы пришли на первую набережную. Отряд, покажите. Вот. Какое сегодня мы красивое место выбрали? Мы поели в Макдональдсе, и сейчас мы, как обычно, будем ловить кубы. Всем пока! Съемка Владимира началась. Владимир, расскажите нам о своих интересах. Рассказал. Владимир, чем вы увлекаетесь? Рассказал. Чё, блядь? Давай говори. Какую-то он хуйню несет. Чё там говорил? Давай, расскажите нам о ваших интересах. Нравятся машинки, вот эти всякие бибики, всякие домики, вот недвижка, вот это всякое. Игрушки, что ли? Тоже. Что еще? Гаджеты. Ага. Технологии, короче. Технологии. Что еще? Технологии какие? Будущего. Будущего. График? Да. Расскажите нам о своих интересах. Нету интереса доказывать, что ты пидор. Все ясно. Александр. Александр, расскажите нам о своих интересах. Бухать, курить и... Это понятно, тут он и все. Так, мои интересы заключаются в том... Что ты девочек маленьких любишь. Очень, да. Узкие круги любит. Да, люблю очень узкие круги. А в этом прикол был? Так я сразу тогда понял. Нет, не в этом был прикол. Опа. Блять, не был. Но в другом был прикол. Вот. Владимир, расскажите нам о способе заработка денег. Очень легко. Вы как умеете, Владимир. Володя заработал. А мы не знали. Это я да, кстати, подписывайтесь на канал Влавар, 4 подписчика, это я, Рафик, сам Владимир на себя подписан и его бабушка, вот, если вы подпишетесь, то будет 5 подписчиков. Рафик? Да. Расскажите, как вам сегодня погода? Погода сегодня, по-моему, прекрасная. Охуенная просто, но я токсичный человек и сейчас засру ее. Так, во-первых, я сегодня гулял с девушкой, думал, будет все отлично, но потом я увидел довольную рожу Рауля и очень сильно огорчился. И он меня потянул гулять со всеми, испортил мне вечер. А погода охуенная, да. Вот Рауль пидор, да? Ну тогда. Интересно, надо познакомиться с ним, да? Да, кстати, оператора нашего зовут Рауль Мирхатович, знакомьтесь. Сегодня мы занимаемся различной хуетой. Всем до скорых встреч, всем пока. Они мне финали вообще по этой штуке. Что постановить? Да. Все нормально ли? Остановить? По-моему, он уже. Почему? Ой, меня тошнит, пацаны. Сейчас в Москву. Когда выпил, и с утречка просто. Не, с утречка выпил хорошо, а тут слишком хорошо. Бля, Володя, аккуратно. Бля, я сейчас железку не буду. Нет, не буду, ладно.
Вот они идут. Бесстрашные. Ближе, ближе, давай. Че за дурачок такой думаю сейчас? Он башку умеет поворачивать на 360 градусов. Давай проверим. Ой, на 180. Гетто попасть. Не надо. Там никого сейчас нет, наверное. Гетто. Гетто. Там народу нет. Да. Чем найдем? Ну, смотри, там никого нет. Давайте всех туда вот сгоним. А, мы туда ходим? Да, мы туда ходим. Это толпа, блядь. Прикинь, толпа какой толпой гулять. Это вчера тоже в майке сидели, помнишь? Те же самые. А, да. Хочешь гулять? Хочешь и ты? Давай. Давай в толпу влетим. Как свои, блядь. Короче, подходишь к ним, не знаю, правильно. Вот с ними просто будем ходить, знаешь, вместе с ними. Просто они за ним, будет. С ними. Какая реакция у них будет, типа? Они познакомятся, Серия третья. Вливаемся в чужую компанию. Володя, блядь. Тип, ты идешь, снимаешь нахуй обычных людей, блядь. Да вот это торопитесь, почему сюда так быстро ходит? Ебать, давайте лежим. Или? Да, давай вот так. Пошли за мной. Что я думал, занят я 163 спросила, можно затусить с вами из-за MIB. Помнишь, ты снимал? Где-то на диване я сижу. Не-не-не-не! Вон! Че, вон? Да подожди! Сейчас. Тогда вот сюда вот снизу я его поставлю, хоть какой-то толпу. Давай. Сейчас так сам хотел. У нас одна попытка. Давай. Если бы шляпнулся. Результат налицо. Только если бы не эта надпись. Не эти дезинсайды, блядь. Там показывают. Вон, да. Смотри, сколько льда. Кирпичи иди бери. Сам прыгай. Прыгай. Смотрите, хуй. Поцелуйчик воздушный. Александр, передайте. Саша, лед крепкий. Да вроде нет. Да мы не поверим. Проверим. Да, не поверим. Ема. Крепкий. Да, было немного. Нифига немного. Ёбаный крот.
Александр Александру. Пиздец. Я же вас вижу по теме. Я иду. И хули вы тут спрятались? Чувствуй, тогда идем в банкомат в Челябинск-Сити. Звуки зомбака, давай. Идет охотиться. Да. Звуки зомбака, давай. Саня. Саня бахнул, водяра идет. Саш, зачем тебе пить? А? Зачем тебе пить? В смысле? Жопа хорош. Только так раскрутись и кайфуй. Да это, блядь, кайфуем? Недолгий кайф, Я тебя постоянно могу вертеть. Володя тебя может вертеть на как на карусели. Нет, вообще-то я. Он как поднимет тебя и начнет вертеть во все стороны. Нет, вообще-то я. Во всем осям. Нет. А, ты сам будешь вертеться? Да. Че ты, блядь? Да он тебе показывает, этот пальчик, кажется, у тебя сегодня в попке. Классно. Ты кулак покажи. Понял, Володя? Володя любит покрупнее. Я же сказал, не надо. Я не качаю, я торможу. Ты че тормоз, Саша? Саша, а? Может, ты на карусель пойдешь? Зачем? Со мной. Чтоб раскрутиться. Вон на то. Вон на то. Вот где там очередь. Отгони, бог помнишь. Нет, я знаю, как хорошо. Мы же с Володей раскрутились. Нихуя. Нихуя себе. Нихуя себе. Что происходит, блядь? Давай. Со стороны Володи это кажется забавно. Чё, пацаны, как ваши дела? Да, блядь. Как по мне, вообще охуенно, да? Да, Володя? Вообще нормально. Да, Александр? Охуенно. Вообще пизда, да? Где там график? График? А. Привет. Здорово. Вот, с этой стадии. Здорово. Вот. Значит, сегодня мы качаемся на качелях. Потому что мы маленькие дети, вот. Поделали фоточек, посидели в маке. И, в принципе, как обычно, ничего стойного, идеального не делаем. Бля, Володь, хватит! Сегодня мы с вами
наушник, пожалуйста.